Всем привет! Три пескаря. Клевое место. Возьмем интервью у одного из рыбаков, который сейчас... Нет, не успел. Добрый день. Доброе утро, правильно сказать. Доброе утро, доброе утро. Расскажите, пожалуйста, как проходит ваша рыбалка? День удачный. Только успеваем менять насадки. Червь, паста, только в бой. Две удочки, руки просто уже устали. 6 утра. А, уже руки устали. Уже устали. Но мы очень довольны. Очень довольны, поэтому мы еще не собираемся уезжать. До вечера времени много, поэтому рыба будет вся наша. Что у вас в улове? Покажите, пожалуйста. В улове? Что у нас? Форель. Будьте добры, форель, покажите. Форель, конечно. Сейчас. Не услышал. Сейчас, одну секундочку. Опа! Сейчас покажем, пойдемте. Вау! Вот и наша рыбка. Вот и ваша рыбка. Так, все, на ужин мы будем есть форель жареную. Ну что ж, ни хвоста, ни чешуи вам. Спасибо, и вам того же. Хорошего.